Ковидный удар выдержали, но вирусный натиск подпортил статистику. Хоккейный клуб «Чебоксары» на домашней площадке дважды уступил барнаульскому «Динамо Алтай». Подробности матча и турнирного положения столичных богатырей у нашего спортивного корреспондента Вячеслава Ильина. Из-за ковидных ограничений четвертый тур перси высшей хоккейной лиги для столичных богатырей оказался супер коротким. Всего-то два матча. И понятно, что уступив в первом, тренерский штаб настраивал свою дружину на вторую игру. Коротко и ясно. Только вперед и только победа. Тренерский штаб барнаульцев такой вариант сценария предвидел. Наставник «Динамо Алтай» Владислав Хромых перетасовал вторую и третью пятерки, направив в рамку Кирилла Волохина. Богатыри же ограничились сменой голкипера. Держать оборону на последнем рубеже было доверено Роману Голованову. Впрочем, в дебюте воротчики не перетрудились. Игра в основном шла на середине площадки. Первыми подправили прицел хозяева. Усердие в атаке второй тройки нападения принесло результат. На 13-й минуте Кирилл Клопов после удара Максима Виткалова добивает шайбу. Ворота гостей 1-0. Сине-бело-красным свое преимущество удалось продержать до 4-й минуты второго периода. Вовремя и в нужном месте оказался нападающий бело-синих Гафар Сатаров 1-1. До свистка на второй перерыв команды еще раз обменялись голами. Антон Горбенко со товарищами реализовал численное преимущество, а паритет восстановил динамовец Алексей Разумов. 2-2. Команды по ходу набирают обороты, да, где-то там проверяют новые сочетания. Я думаю, что и команда соперника сегодня тоже там где-то экспериментировала. Мы со своей стороны тоже немножко состав перетряхнули. Но в целом, я говорю, игры такие хорошие, получились плотные. Но последнее слово в матче и в неполной серии все же осталось за гостями. Осторожность в атаке обеих дружин в последнем периоде. За 20 минут было нанесено 16 ударов в створ ворот, тогда как во втором этот показатель был равен 32. Сыграло на руку гостям 6 ударов, 3 из которых результативные. Причем последняя шайба влетела в наши ворота с финальным свистком 2-5. Поражение богатырей. Соперник. Хорошая, мобильная, дисциплинированная команда. Вот. Поэтому как обыгрывать такую команду, да? То есть просто так не обыграть. То есть здесь немало усилий прилагать нужно. Вот. Напрягаться серьезно, да? То есть и первое, не допускать ошибок. Не допускать ошибок, какие допускали мы, особенно в концовках обоих матчей. Ну и второе, реализовывать те моменты, которые создаешь. То есть вот это помогло бы, наверное, нам одержать победу. Но... Несмотря на поражение, богатыри сохранили лидерство в первенстве до начала пятого тура, который стартует 13 ноября. Его наша дружина пропускает. Руководство ВХЛ решило отложить и два матча чебоксарцев с «Динамо» на январь будущего года из-за сложной санитарно-эпидемиологической ситуации в Чувашии. Вячеслав Ильин, Владимир Синдеев, «Вести», Чувашия.